Приветствую всех, Одесса на связи, 2 февраля 2024 года. Мы с вами у Черного моря, на пляже Чайка. Обстановка у нас в Одессе абсолютно спокойная. Благо, я вам честно хочу сказать, вот бывает, как начнут Одессу атаковать чуть ли не каждый день. То шахедами, то ракетами. И шахедами, и ракетами. А это у нас затишье, что, конечно же, очень радует. Вот, позволяет одесситам немножечко расслабиться и отвлечься, так сказать, от войны и военных действий. Вот погода сегодня и вчера в Одессе просто прекрасная. Вчера мы с вами немного прогулялись, сегодня просто класс. Ну, сегодня немножко облака есть, но тем не менее облака такие, знаете, беленькие, красивые. Вот такая вот, такое сегодня необычное красивое небо, посмотрите. Люди гуляют у моря. Вот. Про какой-то взрыв снова писали в области. Я не знаю, то ли они сами выдумают, эти наши местные паблики. В городе ничего, во всяком случае, не было слышно. Они вчера писали про взрывы в городе. Абсолютно была тишина. Вы же знаете, я, если какой-то взрыв, то я тоже всегда об этом сообщаю. Но если он по факту взрыв, то есть не то, что там что-то выдуманное, придуманное. Вот. А местные паблики пишут, хотя ничего не слышно. Ну, может, в области что-то и было. Не знаю, говорят, что наши. Продолжают публиковаться видео в социальных сетях с мобилизацией. Вон только что выставили видео, мужчину затянули в бус. Шел по улице, затянули в бус. Вот. Кафешка пустая, смотрите, никого нету. А не, он сидит, тут один человек. Кофеек попивает. Ладно, всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал, до встречи, пока.